Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Глеб, и сегодня мы продолжаем играть в Painkiller Hell and Damnation. Итак, мы с вами оказались на каком-то болоте, которого, если честно, я не припомню. Ну да ладно, сочтем это как за новую локацию, только совсем забыл про карты Таро. Значит, статус разблокирование карт. Разорвите на части 50 замороженных врагов. Ладно, сделаем из них фарш. Так у меня, правда, 10 замораживающих этих. Но я не думаю, что это столь так важно. То, что свою задачу я выполню. Опа-на! Опа-опа! Детишки! А можно узнать, что вы тут забыли? Вы же были в дополнении Battle Out of Hell. К тому же, вы были в детском приюте. Что вы тут забыли на болотах, я не знаю. Воу, черт, вот тут у меня проблемы. У меня, черт возьми, закончились замораживающие патроны. И я пропускаю души. Пошли вон. Вот и все, пошли вон. Вот так и надо детей наказывать. Так, вот, все. Опа. Открытое достижение спамер. Забавно. Название, по крайней мере, довольно забавное, если честно. Окей, а что это за местечко? Очень хочется проверить. Так, вообще не знаю, стоит ли прыгать, но все же. Оу! Оу! Не, ну все, это полный, конечно, улет. Потому что опять детишки. К тому же, к ним еще скелеты в придачу. Что-то тут определенно не так. Ой-ой-ой, мочи пока можешь. Ой-ой-ой. Так, души. Души, все это собираем. Так, вот как бы сделать так, чтобы можно было бы заморозить двоих? О, все, я вспомнил. Это те же детишки, как видите. Только если им башню оторвать, они вот становятся такими придурками. Вообще, если честно, мне бы не помешало вспомнить сюжет дополнения. Точнее, почему вот детишки стали такими. Но, к сожалению, что-то слабо припоминаю, а... Так сказать, как-то криво все это дело пересказать не хотелось бы. Поэтому, если вспомню конкретно уже, или... Там, ну, не знаю, почитаю, или... Вот у меня как раз-таки есть оригинальный Pain. Я вот там как раз с него и поигрываю иногда. Так, пошли вон! Кстати, сколько я уже разорвал? Так, стойте-ка. Собрано душ. Ну, так-то монстров убито 38, но я не всех заморозил. Блин, как туда добраться? Это вот что ли, от этого вот креста прыгать туда-туда и забрать... А, не-не-не, знаете, что-то как-то... Сейчас я не настроен на паркур. Ах, вот оно чего! Ребят, так это что же приют из дополнения? Просто почему-то вначале мы шастаем по болотам. Хотя, насколько я помню, мы сразу оказывались вот именно вот у этой... Это еще что такое? Это... Да, вот, сгинь. Так вот, я насколько помню, мы сразу оказывались тут, но что-то я не припомню, чтобы в самом начале мы были там. Ладно. Не ваш... Оу, нет. Ну ладно, встретим здесь. Да, так даже проще. Блин. Все, вот теперь попал. Так, души, мои души. Так. Ну все, я у входа. А, вот, только хотел сказать, что он закрыт. Так, ну прежде всего, надо бы тут все обыскать. Так, все нормально. Ну что ж, пришло время надрать детишкам зад. Что за... А, вот, все. Только... Странно. Тут что-то как-то слишком светло. По-моему, в оригинале было куда темнее, да и плюс тут был небольшой такой скример, типа... Такой вот этот мячик по лесенке скатывался. Ну, тут больше был, конечно, не скример, чем просто так вот на атмосферу давило. Что? Подождите-ка. Сетчмент. Или... Да, сетчмент. О! Ящик с яшкой. Пригодится. Так, окей, а куда мне идти? Собственно, кого наказывать-то? Оп, привет, Пиноккио. Ой, девочки, здрасте. Эй, пошла вон. Все,
со всеми разобрался. Вот сразу видно, дети распоясались, тут воспитателей нету. Да, за ними нужен глаз да глаз. Привет, друг. Пока, друг. Монеты надо собирать. Так, только лучше я сделал вот так. Не, ну все-таки, конечно, на новом движке это все прикольно выглядит, но в оригинале это было куда атмосферней. Ладно, видать, тут немножко атмосферности не завезли, хотя все тут и так выглядит довольно неплохо. Ой-ой-ой-ой! А это еще что за чубака вместо старухи летает? Тут раньше была старуха. Не, я бы сюда пошел бы, но, видать, не пускают. Библиотека. Вот как раз собирался взять что-нибудь себе почитать, но все время как-то руки не доходили. Тут вот хотя бы возможность появилась. О-о-о-о-о-о! Вы что так внезапные? Опа, правильно. Коробки для вас, я смотрю, тут прям... Блин, дура, встань ты под прицел-то. Все. О-о! Ой-ой, у нее горит! У нее горит! У нее знатно подгорело, конечно. Привет, мальчик! Кто тебе ножницы в руки дал? Ой. Зато я могу его разглядеть. На, хедшот. Так, чё, все? Вот и славненько. Так, сколько мы уже душ собрали? 26. Ну, маловато, конечно. Теперь самое время, чтобы спуститься и наказать негодников. Так, только вот, если бы у меня Пенни не зависал, было бы, конечно, куда лучше. Ой, ё-моё, опять-то девочка петарда. Пошла вон. Блин, ее походу, никак не остудить. А жаль. Ну, хоть с пацаном как-то удалось справиться. Так, о. Ну, я туда чуть позже зайду. Для начала собираем потрошки. Кстати, я броню что-то тут все никак не могу найти. Это как-то неправильно без брони-то щеголять. О, спасибо. И что это за место? Да, еще заблокировано. Ой, тут пацан отливал, а я что-то ему помешал. Вот сейчас на меня армия Пиноккио добралась. Эй, нет! Я тебя замороженным должен убить, пока свеженькой. Пошел вон. Нифига себе, у тебя нос вырос. Кто вас вообще? Я вот не понимаю, кто их тут так вот разбаловал в детстве. Ну ладно, это не моего ума дело. О, достижение получил, железная воля. Слушайте, сегодня прям какой-то Achievement Day. Это даже хорошо. Ой, ё-моё, а ты кто? А, ё-моё, я, кажется, понял, кто ты, ну-ка. Ну-ну-ну-ну-ну, и что, и что, и что? И? И что? Я думал, сейчас какой-нибудь скример вылезет. Я уже хотел было орать изо всей мощи, но нет. К сожалению, нет. Не вышло. Обида-то какая. Оу. Кто тут прогуливает уроки? Кому? О, стоп, Яшка, спасибо. Но ты все равно плохой ученик. Так, пошел вон. О, отлично, я, кстати, карту Таро разблокировал. Может, за это меня вот и дали. Ачивмент. Так, кто у нас тут? Привет. Эй, вы зачем трудовика сюда спрятали? Ах ты гад. Ты чё ржёшь? А ты чё? А ты чё? А, ты вообще дрыщ. А ну иди сюда. Иди сюда. Все, со всеми разобрался. Так. Ой-ой, а чё тут было? Чья-то голова, что ли? Ладно, неважно. Ну можно уже, кстати, на другие пушки перейти. Ой. Привет. Так, надо собирателем душ бы воспользоваться. Всячески не повредило бы. Так, пошли вон. О, блин, вы только гляньте-ка. А-а-а, они сейчас взорвутся. Да пошли вон, рёвы-корёвы. Ой-ё, тут новые подоспели. Так, собираем души. Нам это потом пригодится. Наверное. Так, иди ко мне. Так. Все, теперь я разобрался, как эта пушка действует, поэтому можно будет спокойно им зад накостылять.
О, кто? Девочка-пукан. Ой, что-то я ее не успокоил. Смотрите, идут такие типа. Ну, блин, я даже не знаю, как эту походку объяснить, поэтому просто подзарядитесь. Ну-ка. О, точно. Да, давненько я в Пен не играл. И про комбинирующий удар забыл. И про все на свете. Да блин, а как снова сюрикенами выстрелить? Эй! А ну пошел вон! Так, ладно. Все, я вам тут сейчас по щам надавал. Теперь быстро. Вон отсюда. Ой. Ой. Что-то место какое-то странное. Свиньи кругом. Уж не в амнезию ли я попал? Ну, если вы понимаете, о чем я. Так, ладно. Блин. Не умею я быстро переключаться нормально. Во, все. Возьму пейнкиллера и буду с пейнкиллера всех гасить. Все. Я так решил. О, броня. Ой-ой-ой-ой, русский мясник, привет. Сам собака. Так, на. На. На-на-на, давай, да, ну-ну-ну, давай, давай, давай. А я тебя обошел так. Сам собака. Я уж тебе сказал все по этому поводу. Блин, а еще он неубиваемый. Хотя да, русского мясника невозможно убить. Как я мог забыть? Ладно, все, отстань. Насколько я помню, вроде бы тут просто бежать надо. Ой, девочка. Хватит прятаться в мешке из-под картошки. Ой, девочка-пукан, девочки-пукан, мальчик-придурок. Ой-ой-ой, а сколько он дамажит-то, я не знаю. Ой, привет. Ой-ой-ой. Ой-ой, чёт вас много. Ладно. Чёрт. Так, пошел вон. Ладно. Тут у меня есть куда посерьезнее аргумент. На тебе вишневых косточек на десерт. Только не подавись. Давай, 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 мочи ты его. Сам собака. Блин, неубиваемый ты все-таки, действительно. Так, мне нужна моя армия. Так, ты подойдешь. Ой, стоп, у меня еще, по-моему, или он полностью заполнен. А ну-ка. Вот, все, давай, служи мне. Служи мне верой и правдой. Давай, 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 взрывайся. Все отлично. Только все равно не помогло. Ну да, что там, школьники против русского мясника? Давай. Да ладно. Да ладно, неужели ты не сдохнешь? А что мне с тобой делать? Блин. Я, конечно, помню, что в каждом пейне было так, что надо было для каждого босса, или это мини-босс, я вот не знаю, придумывать, вот, находить, точнее, способ убийства. Да, блин, я спрыгнуть хочу. О, наконец-то. Фу, я уж думал, все, он мне тесаком даст, и все. Ой-ой, закрыто. Ой-ой-ой, он идет, как же мне страшно-то. Ой-ой. Я тут себе пукан немного поджег. Ладно. Вам с этим куда будет проще. Ой, мало патронов, что же делать? Что же делать? Что же делать? Стрелять на поражение, вот что делать. О! Все, он присел отдохнуть. Все, он отдохнул. Да ладно. Да ладно. Я это сделал. Только, простите, а что у него ноги на спине делали? И, блин, я так и не вошел в режим демона. Потому что кое-кто, а то бишь я, забываю души собирать. Вот в чем беда. Эх, обида-то какая. Тут сохранение будет, а? А, вот все будет. Новая пушка. И что она дает? Это огнемет, похоже. Стоп. Ой-ой. Тут у нас... Подождите, это же я. Ну, то бишь Дэниел. Что за прикол это? Вот так, я вам пропишу несколько колокольчиков. И вот, все. Ох ты ж, ё-моё! А вот это уже посерьезней. Во-во-во-во! Сколько Хагри... Ох ты ж, господи! Не, ну это будет посерьезней. Так, огнемет. Отлично, всегда мечтал. Burn, baby, burn! I want to see how you burn, bitch. Oh.
Ой, у меня 228 патронов. Точно! Так, скорее, нужно войти в режим демона. Последняя душа. Последняя... Так, пошли вон. Ну все, хана вам. И под конец такой вот мясной коктейль. И мы вроде бы как прошли уровень. Нет, не прошли. Так, кто у нас там еще? А ну лежать. Пошел вон. Так, души собираем, души собираем. А, еще это у нас, да? Ну, парень. Ого, ничего себе у тебя язычок. О, все, мы прошли. Нет, нет, я успею. О, хоть одну успел, ну и даже две. Еще вот эту успею. Да блин, что-то он как-то прыгает криво. Ладно, прости, Дэниел, я не хотел этого. Свободы вы, однако, люди. Ладно, заходим. Так, ну, железная воля. Противники могут нанести вам урон. Стоимость карты 666. Гениально. Да, всех монстров я не убил. Обида. Ну, ладно. Что поделать. Так, карты Таро. Ну, давайте карты Таро. Надо все-таки купить эту карту. А что это я ее не могу купить? Или она автоматически закупилась? Или стоп, я что-то не понимаю. А-а-а! Я все понял. Я все понял. Так, то на что ускорение? Так, подождите-ка. Вот здесь... Либо я понял, либо я не понял. Все, я понял. Убираем эту карту и ставим эту. Стоп, подождите, они не одни и те же ли? Они это выносливость, а это... Просто они... у них картинки одинаковые, все понятно. Так, ладно. Еще одну можно сыграть катку, думаю. Если вы ранены, подлечитесь. Спасибо за совет своевременный. О. Погоди, я еле иду. Может быть, это последний раз, когда мы вместе. Я скоро верну Катерину. Я это чувствую. Дурак, ты ничего не понимаешь. Чтобы вы были вместе, он должен будет тебя убить. Но я уже мертв. Это все ложь. Они с самого начала использовали твою страсть. Ты никогда не спрашивал себя, как это ты ходил кругами между раем и адом, не став проклятой? На тебя не действуют здешние правила. Тогда просто... Оу. Верни Еву. Верни Еву, паскуда. Блин, как тебя убивать? Подождите-ка, нет, так ему урон не наносится. А-а-а! Может, по пузырям долбить надо, я не знаю. Да, по пузырям, походу. Который вот рядом с ним. Кладовщик, спасибо. Не знал. Так, все-таки как же тебя убить-то, а? А, во, все. Так, вот этот рядом. Чего он не действует? Эй! Какой-то дурацкий метод, если честно, но... Самый рабочий, я смотрю. Ой-ой. Так это твоя рука, ё-моё. А я-то думаю, чё за бред? О, вот это был вообще просто идеальнейший. Так, стой на месте, стой на месте. Распузырься. О, господи, что ты? Ух, нифига себе. Да ты тоже смотрю, мистер Горящий Пукан. О-о-о, становись. О, замечательно. Пузом там своим... Поторчал. Блин, не получилось. Ой-ой. А что это такое? Так. Что у нас тут? Задолбал ты своими котлетами кидаться. Не буду я их есть. Они протухли и болотом пахнет. Пахнет. Бывает. Ну. Еее. Хелл е, утопись в болоте, болото. Ева, где же ты? Дэниел, как ты мог забыть? Нет, я не забыл. Хорошо. Ты обещал мне. Даже не думай о том, чтобы нарушить наш договор. Я не терплю обмана. И что это значит?
И что это значит? Черт возьми. Ладно. Монстров убили. Убейте болотную тварь менее чем за 4 минуты. Ну, не вышло. Бывает. И думаю... Хватит на сегодня. Давайте-ка продолжим мы в следующей части. А пока что с вами был я, Глеб. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.